Здравствуйте. 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 Бонжур. Всем привет. На почту зашел, значит, почта поздно ходит. Мне сегодня еще придет, уже Щепецкая вышла. Но придет после обеда. А я сейчас мимо проезжаю, мне пришло, наверное, вчера или позавчера. Что-то пришло. Что написано, ничего не написано. Вопросов много про нейросеть, меня завалили в личку. Как такие превью делаешь? Понимаю, что это на фоне всех моих подписчиков, у нас тут на днях скоро уже 100 тысяч будет на этом канале. Это, конечно, мало кому интересно. Но у меня, говорю, у меня тут и на почту, и в личку, и в Телеграме, и ВКонтакте. Где только не пишут, как да как. Все понимают, что нейросети, они понимают, как это работает. Я не знаю, показать вам, не показать. Интересно вам? Это не интересно. Не интересно, наверное, неправильно, наверное, выражаюсь-то. Вы понимаете, что это не просто вот там взял программу, поставил, задал ей параметры поиска, ой, поиска генерации, все сделал. Там гораздо все сложнее. Я только начал осваивать первые шаги, можно сказать, данной сети. Данная сеть была 2020. Представлена на общий доступ, она была платная раньше, ну, платно можно было, потом она, исходный код открытый у нее сделали, Stable Diffusion, я в ней работаю, она в университете американском разработали ее там, не буду говорить кто, не помню, потому что, и в августе 2022 года первая бета-версия была представлена на публику. Чем популярна данная версия того же, других, ну, таких нейросетей масса, между прочим. Сейчас расскажу, что знаю, что не знаю, совру. Есть еще другие, но они платные. Это чем хороша? Она платная, бесплатная, и исходный код у нее открытый. Соответственно, ее могут все плагины, расширения, скрипты добавлять, любые пользователи в нее вносить, на GitHub выкладывать, ну, там еще на других сайтах. Ты можешь загружать и... Сейчас я вам попытаюсь на русском языке это объяснить это. Потому что все блогеры наберутся умных слов, и потом сидишь, не можешь половину понять, о чем они говорят. Я постараюсь доступно вам объяснить. Есть ядро программы. Ядро – это сама программа, да, вот это основа программы есть. Ты ее ставишь на компьютер, и уже ее начинаешь надстраивать расширениями. Расширение – это приложение дополнительное. Это как, например, плагин. Ну, если плагин, вы не знаете, наверное, что такое. Ну, большинство, я имею в виду. Ни о чем это не говорят, слово плагин. В общем, расширять программу определенными модулями, добавлять до нее. Как вы построили дом, и начинаете веранду пристраивать, террасу, беседку, мангал ставить, то все, и у вас функционал дома расширяется. Также и программы, понимаете? И вот эта программа, она, это, и, например, у вас... Механизм построил один разработчик, если вы его купили. И запчасти только подходят от одного разработчика к мотоциклу. Также и платная программа. Здесь же она бесплатная, и вы можете достраивать по своему усмотрению, как хотите эту программу. Функционал безграничен, возможности безграничны. Это искусственный интеллект. И вот, Stable Diffusion. Midjourney есть еще, но она платная, я в ней не работаю. И еще куча есть программ, которые... Не знаю, показать, наверное, вам проще, чем объяснить, как это все работает. Так что вот такие дела. И просто, если вы хотите нарисовать картинку, то вот взять эту программу, скачать и сделать. Она работает, основа программы искусственного интеллекта по запросу пользователя. Есть строка, ну, промпт называется по-английски, а по-русски строка для ввода требуемых значений. Например, вам нужен человек, вы пишете «белый мужчина». Без бороды, одетый, один. И вот через запятую пишите по-английски только, соответственно. И вам сеть генерирует изображение. И вы уже добавляете, добавляете вот такие генерации. Соответственно, потом вы уже на основе этого изображения, которое вас устроило, уже вставляете свое там лицо, можете тело. Потом есть скрипы, которые может... Бля, тут часами можно разговаривать. В общем, все умеет. Вот так. Ладно, покажу. Покажу. Юля пойдет гулять, так я попробую снять, а то у меня дома шум, гам. Очень тяжело учиться, ребят. О, это знаете, что у меня пришло-то? Ё-моё.
комика, и микрофоны, долго они шли. Вот у меня радиомикрофоны есть. Вот сейчас я работаю с радиомикрофоном. У нас были микрофоны, два комплекта разных. От, как она называется? Блин, забыл, два лежат у меня комплекта, я с ними работаю. И вот комика пришла. Замечательно, ну долго шла. Блин, я уже забыл про них, думал, не придут. Микрофончики, будет обзор микрофона, звук — это наше все. Расскажу тоже, 100 тысяч у нас тут на канале скоро будет. И ролик я запишу, как я создавал канал. Вот просто экскурс будет. Кто хочет там блогером быть, или кому просто интересно, как это, вести канал. Да, это у меня второй канал, уже больше 100 тысяч будет. Первый канал у меня копия, там за 300 тысяч, ну около 300 тысяч у меня. Тот канал по стоку сейчас. Пока монетизации нету, так я его так веду, чтобы он не умер, раз на месяц выкладываю для поддержания. А в основном, наверное, основной канал вот этот сейчас у меня. Тот уже нельзя называть основным каналом. А основной, наверное, вот этот все-таки. Здесь я свою жизнь показываю и расскажу, как, что. Потому что у меня опыт был на том канале. Мы оптимизировали, мы закупались рекламой. И там расскажу. А этот канал, как я просто бросил на самотек. И можно ли, имея одну GoPro, раскрутиться до 100 тысяч без полностью вливаний. Ну, вливания я имею в виду без рекламы, без оптимизации, без всего. Здесь у меня только вливания были в аппаратуру. GoPro, медиамоды. В основном медиамоды, GoPro-шки. Ну, GoPro-шки можно одну купить, и вам на всю жизнь хватит. Я же их иногда меняю. А медиамоды ломаются. Ну, и звук. Ну, звук, конечно, этот я покупал, а сейчас мне бесплатно звук присылают. Канал уже большой, дальше больше. Чем больше канал, тем больше рекламодателей и качественнее рекламодателей. Вот такие дела. Все расскажу, это как целое видео сделаю. У нас же канал здесь о том, а поговорить будет, да. Так, у меня там есть ролики с Сережей, мы списывали, может, отдельно выложу. А здесь давайте я вам на пальцах. Просто я не буду вникать там этих туториалов, кто... Я вас просто ознакомлю, как это работает. Кому уже это интересно, найдут видео или напишут мне там куда-нибудь в личку, я уже скину, где это, материалы брать, как погрузиться в это, с чего начинать. Чтобы не наступали на мои грабли. Я начинал с блогеров российских, и некоторые воды льют по 40 минут ролика. И сидишь, не можешь понять, они со своей колокольни-то льют всю информацию. А мне, я когда зашел, я даже не понимал, что такое слово спромпт, негатив промпт, я не знал, что такое, да. Экстеншены не знал, что такое, не знал, что такое лора, не знал, что такое. В общем, все не знал. А они уже на своем языке разговаривают. И я сидел, я думаю, а что ты несешь? Ты хоть расскажи, хоть первый ролик, у него ни одного ролика нету, там вводного, экскурсионного. У него первый ролик начинается, и сразу же уже терминами. Я когда учился программированию, и когда телефоны прошивал, прошивки мне правили еще на Nokia, я на 4PD ору. Нынче он, оказывается, заблокирован. Для меня шок был, 4PD ору заблокирован в России. А я же не вижу заблокированных сайтов. У меня скрипы стоят, расширения в браузере. И я ни рекламы не вижу, ни блокировок не вижу, ничего. И у меня везде открытый свободный интернет. А я зашел с другого устройства, и для меня был шок, что у нас самые полезные ресурсы, которые есть в стране, они заблокированы. Для меня, конечно, шоком было. Как так это надо развивать, поддерживать это все? Программирование, все, IT-технологии. Пусть это не так, это может некоторые законные вещи, там взломанные программы, но необучаемые, не учатся. Торренты запретили. Фу, тоже. Там столько полезной информации. И я уже рассказывал про это, что как я к этому отношусь, что они говорят типа пиратство цифровое. Какое пиратство? Я еще раз на пальцах объясняю, как это работает в моем видении. Я прихожу в магазин, я покупаю компакт-диск, флешку, сноситель, да, с информацией. Фильм, музыка или что. Я заплатил, я не за флешку плачу, да, я заплачу за информацию. Ну и флешку, в частности, тоже. То, что на этом диске, это уже мое. Я купил. Это я заплатил свои деньги. Все, я приобрел этот диск. Как распоряжаться я буду программным обеспечением, фильмами, музыкой или еще чем-то, это мое дело. Хочу, другу дам. Хочу, выложу на общее обозрение в интернет. Это мой диск, я его купил. Это пиратство не может быть, я заплатил за это деньги. Исполнитель получил деньги. Все, куда я буду девать? А они говорят, ни хера. Только сам слушай, вы идиоты, что ли? Из-за этого
люди приобретают, а выложить не могут. Я как бы пиратство какое-то, пиратство. А мы, у нас нет возможности, некоторые вообще финансов там. Этот же Photoshop купить, да? Эту же программу там, Blender, например, она стоит сотни тысяч рублей. Еще плагины не считаю. А человек, он одарен, например, некоторые программисты есть от Бога. А ему нету возможности, он не может скачать. У него денег нету программу купить. Где ему брать? Он идет на торренты их для ознакомления скачивает. Когда раскрутился, он уже, конечно, деньги начнет зарабатывать, он купит нормальную программу, чтобы обновление все шло. Это государство у нас не понимает. И для меня было в шоке, когда 4 ПДРУ заблокировано было. И я такой, и вот, я учился, поволокло меня опять. Первые шаги начинал там в IT-технологии на 4 ПДРУ. Мы прошивки провели на Симбен еще. У меня даже там свой аромодел я был там. Рекламу из прошивок убирал там раньше. Не так реклама работала, ее вшивали там прямо в приложение, в телефоны вшивали, там блоки. Я это все убирал, потом комплимировал, все собирал обратно, прошивку лишнее убирал, там русифицировал приложение. О-ха! Чем только я не занимался в свое время, говорю, и у меня там на 4 ПДРУ там мастер, или я не помню, какой-то статус стоит там, я там с 2009 года, по-моему, 2009, да. И вот, когда я тоже туда зашел, я сначала на Симбиан был, потом появился Android. Андроида не было, это первый Google выпустил Android. Еще не популярный он был, они предложили тогда Samsung, самого Samsung своя операционная система была, они первый раз отказались, и предложили Nokia. Nokia сглупила свою ошибку, самая большая ошибка Nokia. Они Windows Phone взяли, им предложила Microsoft свою программное обеспечение Windows Phone, а Samsung предложил Google свой Android. Samsung не ступил, взял Android, дальновидные там менеджеры у них были. А Nokia обосралась, взяла Windows Phone и все. Windows Phone я пару раз взламывал, полностью закрытая система, что и Apple. Ну, а вот этот, яблоко. Пару раз я ломал, не пару раз, один я раз ломал Windows Phone. Принес мне товарищ и говорит, а для чего взламывают, что, чтобы сторонние приложения, слэшки можно было устанавливать. Шрифты там, все. А если телефон не взломан, только с магазина официального, через интернет. Все. Из-за этого ломали мы там по ядру, взламываешь, и все, и уже флешки, ты можешь также и айфоны. Сейчас я ним не занимаюсь, не знаю даже, неинтересно мне это, как это делается. Я ушел на Android, все. Android это мое все. Кто сидит на яблоке, сидите, я зарадно за вас. У меня Android по многим причинам, кому интересно, это отдельная тема для ролика. Вот, и я когда на Android переходил, информацию где брать на 4 ПДРУ, и тоже вот там сидели товарищи, которые в роликах рассказывали мануалы, туториалы, и фразы у них вот эти технические там, root, да, там, что там, я не знаю, как там, для меня это уже все, такие фразы, которые мне ни о чем вообще не говорили там, и там у них был голосарий, фак и голосарий, идешь в голосарий, там каждое слово, как в Википедии объясняться, ну, типа словарян. И вот я сидел, читал, что это слово значит, потом идешь обратно, смотришь или читаешь. Ну, в основном читали раньше видео, интернет медленный был, читали на форумах, все, учились. Статьи были целые. И читаешь, и вот эти или не понимаешь ничего, опять в голосарии идешь, что это слово значит. И вот так изучали. И сейчас я к чему вообще рассказываю то, что... Сейчас также вот эти сидят, которые Stable Diffusion объясняют, ну, большинство, есть, конечно, грамотные люди, но в основном-то они уже профессионалы сидят, и они сидят со своей колокольни и... О, белочка, смотри. Ой, белочка. Вот это да. Белка ползает. И вот, они со... Он убежал. Надо кормушку ей тут повесить. И они сидят со своей колокольни, формулировками сыплют, ты сидишь, половину не понимаешь, о чем они говорят. И вот по крупицам собираешь информацию. Я до сих пор половину слов и до сих пор еще не понимаю. Хожу, там ролики смотришь, потом уже вникаешь, вкуриваешь потихоньку. Вот так же. Я вам сейчас покажу на пальцах, наверное. Небольшой ролик я вообще не буду затягивать. Кому говорю, это интересно, можете мне там где-то в личку написать. Я вам ресурсы дам, понятные ресурсы, где смотреть. Есть, конечно... О, опять она пошла. Где-то она вон живет здесь вверху. Так что вот такие дела, ребята. Кому интересно, изучайте за этим будущее, за всем этим IT-технологиями, все за этим будущее. Искусственный интеллект, нейросети,
Сейчас у нас картинки создают, есть нейросети, которые голоса создают, могут полностью подделывать. Есть мощностей сейчас не хватает, но со временем будут мощности большие компьютеры, да, они будут видео создавать, опять же, по вашим запросам, видео, графику, в любом стиле. Так что все за этим будущее. Вот такой спич у меня, хотел на 2 минутки рассказать вам, а я могу, говорю, часами рассказывать. Но у нас ложика поговорить, может, кому интересно это. Поехалите, я вам покажу сейчас на пальцах. Чуть-чуть покажу, я не буду, говорю, если там все затрагивать, там... Ко мне приходят люди и говорят: Дима, научи-ка видео монтировать, научи-ка это сделать, научи-ка это. Я говорю: ты понимаешь, то, что я учился годами, ты хочешь в полчаса вместить. Опять товарищ там. Телефон все просит у меня. Я говорю: да нет у меня телефона. Сам со стареньким хожу. И они, эти люди, хотят, чтоб я им... Вот сейчас яцкий египтолог у нас тоже, да, он говорит: научи-ка меня монтировать. Я говорю: Дима, я не могу взять свой мозг, открыть тебе коробку и все свои знания положить сюда. Я сидел годами, это годами изучалось. И я всегда говорил, что информация — это река. Да? Река широкая, река Волга бежит. Это информация в интернете. А знания — это песчинки, которые на дно оседают. Вот они на одном месте там сидят, да, там песчинки вот эти. Вот это знание. Из реки это информации все. Вот так же я говорю: я не могу свой жизненный опыт вложить тебе в полчаса и объяснить, как это все делается. Даже если я физически постараюсь вам это все показать, не физически, даже хотя бы основы, ваш мозг все равно это не воспримет. Не воспримет, вы посмотрите, похлопайте глазами и скажете: ё-моё, чертов гений или там волшебник. По сути, это все это элементарно, понимаете? Это, как говорят в Америке, это интуитивно понятный интерфейс. Что вот телефоны берешь, да, вот любой, ну, кто вот, опять же, недалеко от IT-темы, компьютеры, телефоны. Ты берешь, тебе приносят телефон. Да, раньше, например, сможешь прошить? Я говорю: наверное, смогу, потому что там все одинаково. Если он на андроиде, так там на андроиде, ничего сложного. Пропатчить сможешь, рутировать сможешь. Я говорю: все, смогу, наверное, смогу. Я не говорил, точно смогу, я говорю: наверное, смогу. Потому что там все одинаково. Также и в телефон ты берешь меню. Настройка телефона. Мне любой телефон несут, я вот 5 минут говорю: как ты разбираешься? Я говорю: да это интуитивно понятный интерфейс, это все понятно. Для людей сделано, чтобы... Для пользователя сделано, а не для того, что там, да, как мы раньше, например, эти камеры устанавливали. Сейчас раз, программа есть, ты просто QR-код показал, программа соединила все камеры, у тебя все показывает, ну, камера наблюдения. Раньше это надо было в терминале ручками все прописывать, все IP-адреса. Это такой, говорю, головняк был, это уже специалисты узкого профиля. Смотрите, белочка, она таскает что-то здесь. Листья? Вон на дерево пошло. Че, бельчонок где-то живет или чего? Непонятно. Что-то поволокла. Вот это белочка. Приблизил там, наверное. Ладно, все, мой спич закончил. Сколько я наболтал? Ё-моё, 18 минут хотел показать, но это, наболтал. Ладно, вот это такой ролик. Сейчас вкратце покажу. Ну, сегодня запишу вам. Контент нежелательный, говорю, неожиданный. Просто мне говорю, я сейчас захожу, у меня вся личка переполнена. Покажи, покажи. Как это? С чем ты? Люди не понимают? Сейчас поймете. Роман Дмитриевич идет. О, поездочка сейчас будет до дома. Ну и Роман Дмитриевич. Прокатим его. Оп. Ну и колобок. Здравствуйте. Машинка. Здравствуйте. Еду на машинке я. Собачка убежала, он в лес. Вот у нас у соседей собака убежала, вот этот белляш. Не хочет она на цепи сидеть. Ну как жизнь-то у тебя? Че, поехали? На солнышке лежала, сейчас отдыхала. Я на солнышке лежу. И на солнышко гляжу. Все лежу. Давай, Рома, подпевай и лежу. Так, за ворот, поворот, едем к дому. Наоборот. Вы что, гулять долго будете? Не знаю. Мне нам хотелось записать туториал, как изображение генерирую. Меня завалили в личку, как ты это делаешь. Показать вкратце, чтобы Рома не кричал. Что, посидите? Рома, в смысле, ты будешь делать? Ну, я сейчас быстро сниму. Ой, свет не выключил. Что мы видим? Давайте расскажу, как это работает. Нам нужна программа. Вот она сейчас у нас запущена. Терминал запущен. Сама программа выходит в браузере. Вот у нее внешний вид.
у данной программы. Ну, тут у меня она уже с расширениями, со всеми стоит. Как делается эта нейросеть Stable Diffusion, вы видите сейчас. Вот эти поля, это для запроса генерации вашего изображения. Это запрос, здесь негативный запрос. Негативный запрос, чтобы исключить там ненужные вещи, которые генерируют. Запрос делается на английском языке. Сейчас я вам сразу же вставил. Тут у меня прошлый запрос, что значит английский язык. Вот этот, видите? У меня сейчас. Сейчас я вам покажу, что у меня здесь сгенерировано. Какой запрос? Берем английский язык, вставляем. И здесь у меня мужчина смотрит в камеру. Эпический пейзаж, шедевр, футуристический, апокалиптический, дым, лучи, лучшее качество, динамическая пауза, ультрадетализация, отражающая, все через запятую. Какие запросы, да? Вот такие запросы. Здесь у меня внизу негативный промпт. Давайте еще напишем. Борода, например. Да? Борода. Я промпты пишу на русский, но у меня расширение стоит. Оно переводит. Сейчас вот смотрите, оно меня переведет на английский. Ну или да, вот перевело. Все, делаем здесь. Генерация изображения идет. Нажимаем генерировать. Здесь определенные настройки, которые мы сейчас разбирать вообще не будем. Вот у нас пошла генерация изображения. Я сейчас вам покажу, как генерируется изображение. И как, ну, у меня, смотрите, вот видите, он сейчас спиной стоит у меня, товарищ. Вот наше изображение. Ну, допустим, опять же, любое можно, в любом стиле, в аниме я могу, хоть в каком. У нас дизельпанк сейчас стоит. Смотрит в камеру, давайте напишем, чтобы он смотрит в камеру. Смотрит в камеру. И приоритет этому слову мы задаем. Look at the camera. Видим, да. Ну, чтобы по-английски не париться. И придаю приоритет. И, соответственно, мы это слово перетаскиваем в начало. Вот так. И опять генерируем изображение. Идет повторная генерация. Каждый раз будет новое изображение. Вот, например, да. Мужчина в скафандре в железном. Ну, я могу любую картинку, в любой позе что сделать. Вот он есть. Мужчина у нас. Что мы делаем? Мы сейчас лицо заменим. Я покажу, как менять лицо. Заходим вот сюда, по этой кнопочке. Да, у нас сейчас подгрузится наше изображение. Компьютер немного потормажит, потому что видео с экрана снимаю. Что нам здесь нужно? Нам сейчас нужно здесь пурп, можно face lab, можно пурп. Давайте оно, мне кажется, руб лучше делает. Берем нашу заготовку лица, переделаем. Вот мою, например, давайте сделаем. Можно Сережи головореза хоть какую. Вставляем мое лицо, да. Включаем расширение данные. Ну и G-Scale, Raster Faxer делаем вот этот, наверное. Он помягче должен обрисовать мое лицо. Здесь больше мы ничего не трогаем. Дальше у нас 75 убираем, а то он нам много порисует. Где-нибудь делаем 18, да? Вот наше лицо. Это один из способов. Сейчас я вам покажу другой способ. Генерируем, например. Сейчас идет генерация. Ну, у нас почти картинка не меняется, также остается, но мы наложим сейчас лицо. Сейчас идет замена лица у нас. Вот мое лицо, да? Не знаю, похож, не похож, но тут опять же надо модель лица подбирать. Нам сейчас осталось что сделать? У нас, видите, изображение. Наше изображение. Оно, лицо нечеткое. Нам надо его апскейлить, то есть сделать четким. Что мы делаем? The Nozzing Strange убираем мы здесь вообще. Ну, один как из способов, я самый простой покажу. Их, конечно, масса там. Берем здесь, выбираем SD Upscale. Ставим здесь, давайте, ну, я не знаю, сколько, 120 поставим. Много не будем и возьмем вот этот параметр. В принципе, все. И нажимаем Generate. Сейчас мы сделаем картинку. Четче лицо, чтобы оно было. Потому что изначально модели лица, они идут в низком разрешении, чтобы экономить ресурсы компьютера. Ну, модели все. А уже потом программно их обрабатываешь и делаешь уже лица. Ну, там можно разными способами. Я говорю, я просто покажу, как это делается. Нету задачи у меня сегодня вам рассказывать. Технические аспекты. Все идет. Что мы видим? Видим, лицо все подтянулось. Могу еще сильнее сделать, чтобы как было. Все. Вот так это делается. Ну, еще давайте покажу. Они картинки делаются 4:6. Как я расширяю данные картинки.
Что нам сейчас надо сделать? Нам надо 16 на 9 картинку сделать, да? 16 на 9 картиночку. Так, нам надо что сделать? Давайте мы отсюда выйдем. Text to 2 image зайдем. Мы сейчас через Ctrl-Net. Да. Нет. Так, через что бы нам сделать? Мы, наверное, сделаем через... Да, Ctrl-Net мы сделаем. Так, возьмем нашу картиночку. Наша картиночка, где наша картиночка сгенерированная? Вот она, сюда закидываем. Дальше включаем. Пиксель включаем. Метод у нас будет impaint. Дальше у нас вот эти сюда поставим. Так, здесь больше мы ничего не трогаем. И идем, ставим разрешение. Так. Не забывайте, что оно восьмикратное должно быть. Ну и все, в принципе, генерируем. Сейчас у нас должны... Ой, генерацию не назвал. Сейчас из квадратного у нас должно дорисовать недостающие элементы, чтобы на заставку было идти. Как это, я не знаю, коротко объяснять. Постараюсь нарезать, все смонтирую, чтобы вообще это коротенько все было. Только принципы работы вам покажу. Все идет генерация. Сейчас превьюшку нам покажут примерно. Мы можем остановить, если нам нравится, если не нравится, можем продолжать, да. Ну, в принципе, я бы, конечно, переделал, сейчас он доделает. Смотрите. Я вам принцип покажу и все. А дальше там можно дописывать, можно не дописывать. Видим, что у нас в промптах ничего нету. Он сам у нас все подставляет. Хотя можно промпт добавить, и он здесь там добавит машину, еще человека, еще что-нибудь. Все, он сейчас дорисовывает, я вам покажу, как это все работает. И думаю, на этом закончим ознакомление, как я это делаю. Ну вот и все. В принципе, видите, у нас тут дефект, это можно еще раз переделать. Вот здесь у нас что-то засвет появился. Опять же, это все регулируется, это еще несколько раз можно сделать. И вот из такой картинки, ну из какой у нас картинки, да, сейчас покажу. Так, где у нас картинка была? Вот она у нас картинка, из квадратной картинки. У нас получилась вот такая картинка, да. Что касается, так, что у нас звук-то идет? Как увеличивать? Дальше с этим изображением, ну, конечно, могу тут еще перегенерировать, но как работать? Можно, могу его отправить, у нас есть встроенный у меня плагин тут Photoshop. Я могу работать с изображением, сюда же его сразу же переслать, да. Здесь поработать и обратно отправить на доследование. Дальше у нас есть редактор картинок. Опять я могу, да, вот, ну, которые у нас были картинки, например, там. Вот Диму Кополова я делал, смотрите. Дима Кополов у нас какой вот это. Да, я могу тут текст накидать сюда, например, какой-нибудь раз написать. Написать не могу или могу. Это давай, иди сюда, вот. Раз, текст. Так, так. Ну, тут разное могу. Опять же, и могу потом все это сохранить и отправить опять на редактирование. Вот у нас. И опять здесь я уже могу что-то подрисовывать, подделывать. Вот такие дела. Все, я думаю, вам объяснил, как это. Не знаю, тут часами можно рассказывать. О, у нас потеплело. Вот такая нейросеть. Я вам показал вообще 0,00 миллионных процентность, что она может, функционал ее. Просто спросили, как ты делаешь картинки, вот так я делаю, все. А там, конечно, гораздо все сложнее. Там еще только изучаю, первый шаг не делал.
данной программе. Я поехал телефон снимать, обзорчики пилить. В октябре они сказали анонс будет, старт продаж. У нас погода хорошая, время есть. Поехал, бар чай попью и поеду на столик снимать обзорчик, распакую. Когда потестирую, то хожу с ним, снимаю. В октябре будет анонс. Телефон. У меня там идет телефон, пишут. Идут. Не только телефоны. Мини-компьютеры всякие. Что только не идет. Идет все. Собака побежала у соседей. Второй день гуляет, поймать не могут. Ну и беляш. Умная зараза. У них две собаки, одна бестолковая, а эта умная. Вообще умная собака. Все, на этом все. Всем пока, удачи. Увидимся.